Каждая мама знает это состояние, когда нет сил, желания, свободного времени, а занять чем-то ребенка надо. Психолог Анастасия Тутик создала подборку игр для уставшей мамы, для которых нужна лишь одна книга и можно даже не вставать с дивана. И тут сидит котик на стульчике. А есть еще один котик? А ну-ка посмотри. Вот он. Если у вас дома есть книга с картинками, открывайте ее. Под обложкой полно полезных игр. И первое для развития внимания. Просим ребенка, найди и покажи. А что у меня под ручкой? Угадавшему сюрприз. Теперь будем тренировать память. Просим малыша посмотреть на картинку внимательно, потом закрыть глазки и ответить, что мама спрятала. Закрою. И что я закрыла? Холодильник. Холодильник. Переворачиваем страничку и учим ребенка ориентироваться в пространстве. Покажи, что в верхнем правом углу, что в середине, что внизу, кто ближе всех, кто выше всех. Тут же можно разобраться и с предлогами «на», «под», «за» и «перед». Кто на этой картинке самый большой? Вот это. Девочка, правильно? С развитием речи и мышления поможет та же книга. Угадываем по размеру, кто здесь самый маленький. По описанию, кто здесь самый хитрый, а кто самый серый и трусливый. После можно посчитать героев на страничке и показать все желтое, красное или зеленое. Ну-ка давай, посчитай, сколько машинок и... Один, да. Два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы посмеяться и пофантазировать, предлагаем ребенку вместе придумать, как еще можно использовать привычные предметы. Если малыш пока затрудняется, предложите свой вариант. Стоимость таких развивашек 0 рублей, а ценность времени, проведенного вместе, неизмерима.